What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us. Здравствуйте, Инсайн Русик. Привет. Можно пару вопросов? Да. Индиго оправдал надежды в матче с вами? Индиго? Ну, по сути, я ожидал большего. Я видел, какой он дал серьезнейший отпор Скорпиону. И, по сути, я думал, наш матч с ним затянется надолго. Но, благодаря моему треугольнику, он потерял сознание, я его удержал. Скорее всего, матч бы мог бы длиться и дольше, но... он физически очень силен, но я более техничный, более выносливый и как бы да. Дальше. Уверены ли вы, что в скором времени станете главным чемпионом? Учитывая то, кто сейчас чемпион, а сейчас чемпион это Эвил Крыса Макс. И если он будет таким чемпионом, как во второй половине 2020 года, то мне кажется, без проблем вообще до конца этого лета я буду главным чемпионом компании. Дальше. Что думаете по состоянию Скорпиона? А, точно, он же в больнице. Ну, я не знаю, честно, мне плевать вообще, какое состояние у Скорпиона сейчас. Ну, вылечится, вернется, не вернется, мне вообще без разницы, мне вообще плевать. Дальше. Какие дальнейшие планы? В принципе, я всем все доказал. Я уже много раз становился чемпионом. Я думаю, хочу не просто выиграть главный титул, хочу стать абсолютным чемпионом, хочу выиграть титул в тяжелом весе, и тогда я буду счастлив. По поводу матча Алекса и Шокера. Я очень рад за Алекса, но почему-то с вероятностью... более 90% я думаю, что на этом их противостояние не закончено, к сожалению.